И собрались мы с вами не просто так, а для того, чтобы отдохнуть душой, отвлечься от насущных проблем и провести этот вечер рядом с близкими и родными нам людьми. И с этой целью, по инициативе администрации города Горловка и при поддержке общественного движения «Донецкая республика», наш город посетил Алексей Поддубный и рок-группа «Джанго». И сейчас на эту сцену я приглашаю председателя Народного совета Донецкой Народной Республики, руководителя Центрального исполнительного комитета общественного движения Донецкой Республики Дениса Владимировича Пушилина и исполняющего обязанности главы администрации города Горловка Ивана Сергеевича Приходько. Слово предоставляется председателю Народного совета Донецкой Народной Республики, руководителю Центрального исполнительного комитета общественного движения Донецкая Республика Денису Владимировичу Пушилину. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, город-герой Горловка. Я искренне хочу вас поздравить со всем недавним праздником, который вы отпраздновали, 237 лет. Это большая дата. Ну и, конечно, хотелось бы все-таки уделить внимание тому, чего нам не хватает в нормальной мирной жизни, нормальных праздников, то, чего, почему мы соскучились. К сожалению, война еще не окончилась. К сожалению, перемирие, которое периодически наступает, зачастую прерывается обстрелами наших с вами городов и районов. Город Горловка, так уж получилось, фактически на линии соприкосновения. Но мы с вами не имеем права сдаваться, мы не имеем права с вами опускать руки. И мы прекрасно понимаем, что на линии соприкосновения наши ребята защищают наши рубежи, наши границы. Ну а в Минске приходится защищать политическое направление. Уверен, что мы вместе с вами справимся, как бы ни было тяжело. Но мы обязаны с вами прийти к тем лозунгам, которые звучали еще в 2014 году, когда мы начинали, когда мы были не согласны с тем госпереворотом, который произошел в Киеве. Мы обязаны все довести до логического завершения. Обязательно мы с вами победим, и все будет хорошо. Спасибо, Горловка! Слово предоставляется исполняющему обязанности главы администрации города Горловка Ивану Сергеевичу Приходько. Здравствуйте, дорогие горловчане, любимые! Здравствуйте, герои! Очень хотели мы провести сегодняшний концерт совместно с Алексеем Поддубным, чтобы было тихо, чтобы было мирно. Все на это работали, все старались, но, к сожалению, украинская армия не хочет этого. Сегодня ночью, вы знаете, опять пострадали дома, опять пострадала Зайцева, но мы наперекор всему будем это делать. Мы будем не только много работать, но и хорошо отдыхать. И мы не остановимся на достигнутом. Всех вас поздравляю. Давайте поприветствуем Алексея Поддубного. Очень уважаемого человека, героя, который не первый раз уже приезжает на Донбасс. Алексей. Солнечная погода, в общем-то, красивая. Там, я смотрю, люди еще подтягиваются. Вот, так что давайте, поддерживайте нас, мы вас поддерживаем, мы вас любим очень. Я сейчас вот только что из Москвы приехал, там пасмурно, дождь идет. Вот, но люди московские очень за вас переживают, смотрят телевизор, сейчас очень много показывают Горловку по телевизору, по российскому телевидению, потому что и в связи со всеми этими событиями военными, всеми этими преступными вещами, которые там наши оппоненты делают. Но мы, собственно, приехали сюда для того, чтобы подарить вам немножко музыки, своих песен. Песни я пишу сам, песни эти о любви. Я надеюсь, что любовь всегда победит все. Поэтому первая песня именно об этом. Запетляла переулками
во сне, гуляй, града. Поиграет и забудет солнце свет в наши глаза. Больше ждать не хочу, выручай. Я за ней полечу, под солнцем ничего нет больше, чем любовь. И снова заново зови незваного вдогонку за мечтой, в обнимку с тишиной, не злой, не чая, грозой разбуженной.